Здорово, с вами снова я, киса Жека. У нас тут вообще-то еще одна киса имеется. Многие писали нам с Геннадием в комментариях, куда же пропал киса Жека. Просто понимаете, в чем дело? Мы с кисой Геннадием словили уже всех мышек на районе, прям вообще всех. И нам просто больше нечем заняться. Короче, сегодня киса Жека и киса Геннадий превратятся в настоящих кошек в виртуальной реальности. Да, на самом деле это не кликбейт. Сегодня я действительно превращусь в настоящего кота в виртуальной реальности. Мы с кисой Геннадием очень надеемся, что вам понравится. А если вам понравится, то пожалуйста, поставьте большущий палец вверх. Когда наберется 25 тысяч лайков, киса Жека и киса Геннадий сразу же вернутся. Да, киса Геннадий? Мяу-мяу. Ну а мы уже будем начинать. Ну что же, друзья, добро пожаловать в симулятор кошки в виртуальной реальности. Мяу. Я вам честно признаюсь, я первый раз зашел в эту игру, и я просто, блин, офигеваю от того, как же здесь все круто. Вы только посмотрите, я играю за кошку, у меня есть вот такие вот лапки. Я даже могу вытаскивать свои когти и что-нибудь царапать. Вы смотрите, я могу царапать пол, и тут реально пол царапается, охренеть. Блин, просто киса Жека в виртуальной реальности, это просто охрененно, я всегда об этом мечтал. Я совершенно не знаю, в чем заключается смысл этой игры, потому что здесь нет никакого обучения, нет ничего. Меня просто сразу закинули в эту комнату, которая, кстати, очень реалистично выглядит. И я здесь могу сделать все, что только захочу. Тут, блин, даже есть еще один код, к которому мы обязательно сходим. Но самое главное, это то, что мы можем делать в этой игре. Мы можем с вами передвигаться, ну, в принципе, это логично. Также мы можем доставать когти, это, в принципе, я уже показывал. А еще мы можем прыгать. Мы можем прыгать на разное расстояние. Вот, допустим, ни хрена себе, офигеть, я высоко прыгаю. К сожалению, на себя со стороны я посмотреть не могу, но, в принципе, это не так уж и важно. Я даже не знаю, куда податься, тут так много всего. Мне кажется, что вначале мы должны навестить нашего вот этого кота. Давайте попробуем к нему забраться. Я могу как-то залезть наверх по этой штуке? Нет, не могу. Вы только вслушайтесь, он мурлыкает. Сейчас не мурлыкает, нет. Ну, помурлыкай еще, пожалуйста. Короче, как я понимаю, здесь мы можем играться, можем вот эту штуку как-то хреначить. Я котик! Мяу, мяу, мяу! Я котик, я киса Жека, я киса Жека. Тут мы можем с вами поточить наши когти. Все, когти наши заточены. Ну и, конечно же, мы можем запрыгнуть к этому коту. Сейчас, погодите, нужно прыжок. Ха! Так, а как? Я прыгаю к тебе, котик, ты готов? Мяу! Я прыгнул прямо к этому коту. Офигеть! Вы это видите, ребята? Ой, я кот свалился. Котик, привет! Блин, это его жопа. Я хочу к тебе, котик, пожалуйста, подожди. Так, давайте прыжок и... Ха! Блин, не могу. Сейчас, секундочку. Целимся, огонь! Все, ну я же был там, почему я перелетел? Как мне прям на него запрыгнуть? Вау, я запрыгнул на стол! А теперь давайте мы попробуем... Я не знаю, куда можно тут еще прыгнуть? Охренеть, ладно. Котик, видимо, не хочет с нами играть. Да, привет! Привет, котик! Как тебя зовут? Меня зовут киса Жека, мяу-мяу. Хочешь повылизываться? Да. Так, ладно, окей, нахрен этого кота. Что мы тут можем сделать? Смотрите, тут есть какая-то штука, которую можем как-то разбить. Ой, кажется, наша хозяйка будет явно недовольна. Главное, ей не рассказывай, братан. Я понял, это киса Геннадий. Только почему-то киса Геннадий стал черным. Я не расист, просто, ну вот, он черный. Короче, киса Геннадий, не пали меня, это, если что, сделал ты. Я тут не виноват. Так, тут есть телефон. Я могу до... Так, тихо, я что-то чуть-чуть не уронил что-то. Тихо-тихо-тихо, аккуратненько. Блин, тут очень сложно перемещаться на самом деле. Так, давайте попробуем что-нибудь на телефоне потыкать. Я могу потыкать? Нет, телефоном ничего сделать не могу, а это что такое? Что это за хрень вообще? Ха-ха-ха! Как-то запрыгнуть. Ой, кажется, я что-то разбил. А это что такое? А, это я могу играться с этой штукой! Играемся, играемся! Я играюсь! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Ладно, эта штука куда-то укатилась. Чё у нас есть еще? У нас есть какая-то мышка, смотрите. А можем эту мышку поцарапать? Мышка! Ка! Кш-кш! Офигеть, круто! Я могу играться с мышкой. А это что такое? Это похоже на какой-то... Вау, это похоже на какой-то, блин, не знаю, гироскутер. Но я понимаю, что это не гироскутер. Это что за хрень? Давай, давай! Я шатаю эту хрень. Смотрите, я вижу кроватку. Это, вот, кстати, как нас зовут. Это моя, да, кроватка, это его. То есть это у нас Симон. Это Симон, Саймон. Короче, это Семён, а это Мишель. Это, я Мишка. Я Михаил. Не понял.
Не понял. Я лег спать, и у нас наступила ночь. Охренеть. Не понял, сейчас к нам кто-то придет, что ли, или что? Смотрите, наступила ночь, и нам сказали, что, по идее, сейчас сюда придет какой-то человек. Или мне кажется, стоп, я ничего не могу понять, почему стало так темно? Наш котик до сих пор там спит, а на улице-то светло, почему так темно стало? Не, я хочу, чтобы обратно было светло, давайте мы обратно сделаем, чтобы было все светло. Так, все, у нас опять наступил день, и мы можем снова тут все исследовать. Смотрите, у нас тут есть наша жрачка, я могу это поесть? Как это есть? Я проголодался, поэтому нужно попробовать поесть. Блин, я что-то все раскидал, как я вообще неаккуратно ем. Это я могу есть? Что это? Cat Vision. Офигеть, я съел какую-то хрень, и я теперь вижу, как кот. Вау. Офигеть. Смотрите, тут еще есть такая штука. Я, видимо, эти штуки должен как-то собирать. Хоп, я снова вижу, как кот. Так, где же следующая эта фигня? Ага, я вижу ее, она вон там наверху. Офигеть, это высоко. Как туда запрыгнуть-то? Такс, теперь на стол. Ха! Замечательно, теперь мы ползем сюда. Скидываем все эти карандаши нахрен. Что это вообще за фигня? Уйдите, вы не мешаете. Я плохой кот, я буду все сбрасывать. Так, теперь мы прыгаем вот сюда. Все замечательно, я забрался. Тут есть какое-то зеркало, но я почему-то все равно себя не вижу. И тут у нас есть новая эта штучка. Так, зашибись, у меня опять зрение кота включено. Так, ага, следующая фигня у нас вроде бы находится как раз-таки там. Полетели! Такс, нужно, главное сейчас допрыгнуть. Да черт возьми. Так, хорошо, ладно, отходим. И... Все, зашибись. И новая штучка. И у меня снова зрение кота включено. Следующая штука у нас находится на фортепиано. Мяу! Офигеть, я могу ходить по фортепиано! Я могу играть! Подождите, я могу прямо на клавиш нажимать? Не, подожди. Оп! Блин, это сложно. До, ре, ми, фа, соль. До, ре, ми, фа, соль, а си, до. Офигенно, я кот-музыкант! Офигенно! Так, ладно, я как понимаю, нам нужно еще выше, да? Опа, да, нам нужно вот сюда. Нет! Я свалился в самый низ, но ничего. Хорошо, теперь сюда. Опа, все нормально, забираемся. И зрение кота. Где же следующая штука? Ладно, пофигу, давайте проползем здесь, какие-то книжки. Книжки, нахрен книжки. Я не люблю читать, 19 какая-то фигня. Да мне вообще пофигу, что вы там. О, мы же можем это все порезать. Говно книжки, ненавижу читать. Так, ладно, нам нужно допрыгнуть вон до туда. Я кот Супермен! Офигенно! Так, прыгаем на стул. Нет, не получилось. Еще раз. Прыгаем на стул. Хопа! Да твою мать! Хопа! Да твою мать! Что мурлыкаешь? Семен, ты вообще как бы... Ты почему такой... Почему я такой какой-то гиперактивный, а ты вообще какой-то никакой? Опа, замечательно, запрыгнул на стул. Так, теперь выше. Опа! Все отлично, теперь я могу схапать эту штуку. Да как... Тихо. Опа, замечательно, Cat Vision, у меня... Снова зрение кота. А я могу, допустим, поцарапать ноутбук? Офигенно, я царапаю ноутбук. Красота. Смотрите, лампочка. Я могу, допустим, включить лампочку? Как она включается? Где тут у нее выключатель? А, он наверху. Я тут не смогу, конечно. Так, ладно, окей. Где следующая штука? Вот, смотрите, мышка. Что это? Маус-кипер. О, смотрите, я могу тут что-то... Тихо. Я могу что-то с мышкой делать? Я Супермен! Так, бежим, тун-тун-тун-тун. А где оно? Стоп, я не вижу. А что вот эта лапка значит? Я уже где-то видел еще такую. Окей, я приложил лапку. И чё? Я приложил к этой лапке свою лапку, и что это значит? На! Ломаем все, и это тоже ломаем. И вот это то, я не знаю, что это, правда. Что тут еще? Ой, смотрите, радио. Я могу включить радио? Нет? Как? Я не понимаю, оно работает? Нет? Вау, радио работает! Вы посмотрите просто, я включил радио. Котик танцует. Так, все, вырубись радио. Зашибись. Что у нас тут еще есть? У нас тут есть глобус, который мы тоже, наверное, скинем. Глобус нахрен. Так, ладно.
Опа! До свидания, глобус! Он еще, он не разбился? Как? Я не вижу, блин, где находится следующая хрень, которую я должен схавать. А, может быть, она находится там? Да, я, кажется, что-то вижу. Или нет? Не, ничего не вижу. Может, я все собрал? Смотрите, розетка, может, я... Может, я как непослушный ребенок, только как котик. Быстренько нажму вот сюда, в розетку всунусь. Нет? А ему пофиг. А, смотрите, я вижу, что-то желтенькое светится. Да, это и есть оно. Так, стоп, где? Да, вот она эта хрень. Все, отлично. Golden Cat. А, все? Типа, это было последнее. Да, у меня открыто достижение, и я теперь золотой котик. Ха-ха-ха, сейчас мы будем царапать хвост Семену. Че, Семен, тебе не нравится? Че ты там мотаешь своим хвостом? А я могу выпрыгнуть в окно? Полетели! Уии! Нет, я не могу выпрыгнуть в окно. Че за хрень? Я хочу суициднуться, пожалуйста. Дайте мне убить себя. Слушайте, красивое место, мне нравится. Ладно, друзья, вот именно на такой милой ноте я бы и хотел... Офигеть, посмотрите на этого кота, это просто божественно. Я бы хотел и закончить первую серию по этой игре. Если вы хотите увидеть еще одну серию по симулятору кота, то, пожалуйста, ставьте лайки. Если будет 25 тысяч лайков, то я сделаю вторую серию. Это была всего лишь вводная серия. В этой игре еще можно очень много всего сделать, поэтому... Все зависит только от вас. Не забывайте также подписываться на мой инстаграм. В моем инстаграме я ставлю лайки тем, кто ставит лайки мне или отмечает меня на фоточках. Поэтому заходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ну а с вами был Киса Жека. Всем удачи и всем пока.